И Женя гоняет его в стиле обзора. Вот смотрите, как сейчас он будет ехать. Тут я сказал ехать. А, это он снимает. Вот. Видите? Сейчас мы тестируем все возможные наклонения, чтобы там ни провода, ничего не могло за это самое. Ветер вчера был 95 километров в час, братцы. Вот так вот. Тут одна крыша стояла, вот там у двухметровика. Так ее вынесло на 60 километров в час, как сказали нам обитатели обсерватории. Вот. Вот видите. Конечно, бленду пришлось там сделать новенькую. У нас здесь, как говорится, самодеятельность была небольшая, но телескопы стандартные, мастер, да, великолепный. Вот, видите, это Женя. Женя, помаши ручкой. Вот. Это я снимаю фильм, а пойдемте посмотрим на красивый закат. Вот все атрибуты мастера. Вот Женя пошел там, передает информацию разведчика. Вот, видите, как здорово это выглядит здесь. А особенно мне нравится, как выглядит вот этот символ. Символ на Мексиканских горах, ребята. Вот смотрите, МГУ в честь юбилея. Мы посвящаем юбилею МГУ новую точку мастера. В Мексике на высоте 2460 метров. Посмотрите, какая, ну просто шишкинская красота. Глянь.